zawołała Jurda, tościo, to kajan. Matta herewkę nie barała rabiele. Arka. Tu mieszkamy w tym rejonie. Tu było kiedyś lądowisko, a przed chwilą przejeżdżałem kamerą przez stację meteorologiczną. To niezwykle, jak ci kochani ludzie, poznani kilka godzin temu, przygotowali dla nas tak wielkie przyjęcie. To jest po prostu niesamowite. Tu chłopczyk gra na drumli. Wieńska lepioszka, soda, woda i mąka. U nas to, że sól. To chleb nie nada rezać. To tylko sól. Ciepło ruki передается. I вот она круглая, да? Круглая выпекается, ну, на растительном масле, а вообще раньше в старину делалось на жир. Жир, внутренний жир оленя, сахатова, там медведя, любой жир использовался. Использовался. Вот, вот это сейчас я вам покажу. Вот это называется по-венски хорча. Это хорча, это сухое мясо. Сухое мясо. Специально на ниточку оно нанизывается и сушится на ветру. Вот это вот свежее. Это вот сделано из мяса сахатова, лося. Из лося. Есть у вас в Польше? Есть. Есть. Вот. Мясо лося, сушеное. Это вот свежее сушеное мясо. Вот можете так делать. Но на дворе долгий час. Я вам даю, чтобы вы взяли с собой, там показали. Да, держите за ниточку. Да, да, да. Держите, кушать можно. А вы будете ехать и жевать. А вот это вот тоже мясо сахатова. Мясо сахатова. Немножко чуть подсолено. Она подвешивается в албаме. Ну вот чум, который вы видели. Да, летом. Ну в этом, в летнем в намете вот сушеное. На морском мясе очень долго. Долго сушеное в намете. В чуме. И потом ее кушаешь. Мясо. Это соль тоже. Чуть-чуть слабо соленая. Мало соли. Да, чуть-чуть мало соленая. И сразу подвешивается. Видите, она продымленная, вкусненькая. Это тоже вам. Да, это тоже возьмете с собой. По дороге. Покажете. Нет, пока на Польше будете кушать. Я не буду кушать. Горный баран. Баранина. Грудинка. Горного барана. Да, я увидел, ваша сестра стреляла с брата. Я увидел. А домашний баран, она... Мясо. Домашний баран, она отличается, конечно. А что домашний баран? Ну, это можете съесть. Это надо кушать сейчас. А то можно сейчас. Это дикий баран. Пакет дайте им, чтобы положить. Давайте, сейчас, подождите. А вот это вот тоже маленькие кусочки жира. Вот это бараний жир. Вот у их рода, вот бадирка, они вот рода бадирка, эвенский род, лицовый, это вот у них считался баран тотемное животное, ну по-русски говоря. То есть они у них всегда, их предки, родители их не забывали горных баранов. На... Это горный, горный, да, горный, горный баран, баран. Свежий баран. Это баран. Гурский, гурский, да, баран, да, мясо, да, с гурского барана. Там, из тайги, из тайги. Это не здесь, это не же там, за 200-300 километров. Как то приготовано? Это просто отварное. Отварной. А вот это вот кусочки, сейчас вы можете попробовать, это кусочки языка лося, сахатова. Язык лося. Язык лося. Просто отварное тоже мясо. Вот попробуйте и покушайте. Кровь оленю пили, сырое мясо, сырую печенку. Вот это все в сыром виде употреблялось. Того народу в краю Хабаровском есть только 12 тысяч. Это малюткий народ. На варунке России это малюткий народ.
потом эти пальцы, ну, рога. Молодые рога. Молодые. А так все употребляется в пищу. В оленю все употребляется. Кроме там рог и... Сколько лет назад? Несамовито. Przechowują z lat 70. list dziewczyny. 40 lat przechowują list dziewczynki, która pisała do z Łodzi list. Korespondencję tu utrzymywała ze szkołą. Tatiana Barszewska. Napisana familia. A dziewczynkę tu drugą zwali Ewa. No familię ja już nie pamiętam. To тогда вот нас советовали. Мальчишки под Изабеллу. Видите, как интересно получается. Это письмо было написано в 70-х годах 20-го столетия. В 70-м или 71-м, когда я школьницей была здесь, в Артинской школе. Это письмо было прислано из Польши на русском языке. Девочка писала. Ее звали Ева, к сожалению, фамилию забыла. А жила она в городе Лодзь. Лодзь или Лодзь. Вот Варшава. Да. Это 200 километров от Варшавы. Да. И вот она училась и написала нам письмо. Ну, тут она просто пишет. Дорогие подруги и товарищи, я получила ваше письмо, за что большое спасибо. Я узнала, как вы живете и так далее. И пишет, у нас в Польше большой мороз, минус 12. Мы катаемся на коньках. А что вы делаете, если у вас большой мороз, 40-45 градусов? У нас еще никогда такого не было. Вот Ева из Польши. Видите, это сколько лет этому письму? Да, пионеры, мы все пионеры, зёки. Смотри, мы это нам налили, вы забрали. А не, налили, всех вино. Ты дом, ты солнце залитый, ты словно моя пастуха, на быстрых оленях встречай своего жениха. Teraz wersja Ewieni. Ведька на улице, да. Идет, да. Вон в твою комнату. Ходишь тут?
A teraz będzie taniec tradycyjny. Mało miejsca, ale... Bijemy za ruki krepko. Mary kuri. Tak, smotrite, smotrite. Вот так под локоть, да? Под локоток. Взялись. И начинаем. Ходя! 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 Майдан, то